Громила. А, там громила. Мне кажется, я сдохну прямо сейчас. Уже просто себе пулю в лоб пустит с таким прохождением. Сарик подойдет. С чего ты дал Триберио? Not on my watch. Я так идеально нацелился на голову этому толстяку, и в момент, когда я выстреливаю, голова ангела такая хуя. Пластика. О, бесплатная карточка. О, вау, она сейчас поможет нам пройти уровень. Так все и будет. Сейчас как она прибавит нам 5 хп. Мне оно прибавило денег. О, прекрасно, сейчас будешь разбрасываться в зомби. Флеше... Нет, не флешета, а как это называется? Дробь из монет сделаешь себе. Дроби, блять, винтовки. Так, давайте рассмотрим еще позиции, где мы можем стоять, кроме этой. Мы больше нигде не можем стоять. Мы, я помню, уже пытались это как-то выяснить. Ну давай посмотрим. Где есть место, где стена полностью огорожена и через нее не могут перелезть сзади? Нам надо залезть, короче, на вот этот ёбаный грузовик. Да, нас сейчас заблеют просто на этом грузовике, я знаю, как это работает. Кто, если не ты? Надо мансить тогда между двумя грузовиками. Вот от этого к вот этому. Изи. А зомби, по-моему, вот отсюда не могут прийти, да? Откуда? Вот видите, где я прыгаю. Вот эта стена. За. Может попробовать здесь, где шины стоят? Пойду. Ладно, не пойду, гляну в ютубе. Быстрее смотри, а то мы сейчас умрем, пока ты будешь смотреть. Не, это займет вечность. Так что своими силами. Вообще, если предположить, что спешл не заходит отсюда, то, наверное, и бомжи не будут заходить отсюда. Так что давайте постоим вот здесь. Все согласны? Ну да. Я не как знаю, мы будем тут стоять. Хоть что-то попробовать надо было. В сравнении с тем, что мы делаем. Поставим колючую проволоку везде по кругу и все. We're good. Patch yourself up, mom. Давай попробуем. Ну с таким дерьмом, которое мы пережили, пока мы добирались до сюда, хуже уже не будет, мне кажется. One more scar for the collection. В любом случае сдохнем. Уже. Need Hoffman. Better pass that up. Вот это проволок. Миниган великолепный, можно поставить на машину. Да, успехов. Сейчас как и задефрим с миниганом. Миниган это топ, малютки. Она пропала в последний момент, когда я пододвинул ее. Вот говно. Их должно было быть три.
or not, as the case may be. I'll be taking that. Потенциально они будут идти больше всего слева и справа, наверное. Спереди, может быть, чуть поменьше. Don't need this no more. Hoffman, leading out is not an attractive look. Я уже вижу, как мы здесь стоим такие и умираем за 2 секунды. Как будто мы не умирали за 2 секунды в том спуте. Продержались какое-то время. Там, по-моему, даже 2 минуты простояли. Ну ладно, 1.5 максимум. Мне кажется, там одной не было. Груза. Мы все говно перетащили. Патроны осталось скинуть. И где мы сбросим? Just what I want. What's mine is yours, friend. Need to shed some weight. Часть это дырка. Просто идеальная оборона. Да это просто как в ДСТ забор твой деревянный вокруг нашей базы. Никто не пройдет. Не, это не деревянный, кстати, это каменный. Я каменный делал. Он еще не сгорел, как наша база, как сундуки, которые ты поджег. Да при чем тут стены-то? Стены не горели. Я прожимаю это говно. Знаешь, мне что-то... Почему вы умерли уже? Почему вы все сдохли? Вы что, троллите меня? Самый быстрый раз, мне кажется, за всю историю этой игры. Вы втроем встали в АФК, да? Yes.